Так, короче, ребята, не стала я отдыхать, полежала минут 15 в телефоне, встала, иду, мне ж надо землю купить, а уже вечер, блин, мои магазины позакрываются, а у меня семена проклюнулись, томаты. Кто-то их садит без замачивания, не знаю, я с замачиванием сею томаты, блин, бровы подстерлись, ладно. Схожу я в магазин «Аврора», посмотрю там контейнеры для рассады и грунт. Ну, я говорю, земля, ну, вы поняли. Грунт для рассады, срочно. Шо, ребята, не дошла я до «Авроры». Я зашла в магазин кошек, вот, взяла субстрат для рассады. Вот, контейнеров там нет, и до «Авроры» не дошла, потому что я в кошеке купила ведра. Вот, а с ними уже идти в «Аврору» неудобно, потому что там в «Авроре» нет этих ящиков для камеры хранения, в той «Авроре», в которую я иду. Поэтому я возвращаюсь домой. Рыбки себе взяла, сейчас приду, покажу. Себя как баба с ведром, еще вешалок набрала. А, сейчас приду домой померить температуру, потому что я мокрая вся, как будто меня дождем облило. Кошмар. Может, и температура у меня чешу. Ух. Ничего, я так надеюсь, что завтра два варианта. Либо завтра будет лучше, либо завтра будет хуже. Одно из двух. Надеемся на первый вариант. Так, ребятки, показываю, что купила. Эти ведра. Короче, я когда-то... Значит, магазин называется «Кошек». До «Авроры» я не дошла. Это сетевой магазин низких цен. Типа так вот пишется. Низких цен. Короче, я однажды туда заходила. Ой, ребят, себя не показываю, потому что это зрелище не для слабонервных. Я так выгляжу ужасно без шапки, потому что голову сегодня не мыла. Вот. Когда-то зашла, ведра дешевые, такие классные стоят. Но у меня были полные сумки, полные руки. Вот. Зашла через пару дней, ведь уже не было, их разобрали. И сегодня зашла, стоят ведра, короче. Но я хотела купить, я взяла одно большое, одно маленькое. Я вообще хотела, сейчас расскажу по ценам, я вообще хотела два больших, но я когда вставила одно в одно, ручка нижнего ведра, ну, мешает вот эта вот штучка, не поднимается. То есть мне бы неудобно было нести, поняли, да? Нижнюю ручку, которая... под вторым ведром одно сюда вставлено, это не поднимается, неудобно. Вот, думаю, ладно, завтра зайдем, может, еще возьмем. Ребята, всего лишь 44 гривны. Обычное ведро, пластик такой толстый, то есть он такой тяжеленькое, толстый пластик, хорошая, видите, такая вот широкая в захвате ручка. Вот, мне понравилось. 44 гривны, это вообще недорого. Вот, и стояли по 30 гривен маленькие. Думаю, маленькое тоже надо. Удобно, урожай собирают, там вишня, черешня и так далее. Вот это 30 гривен, вот это 44. Все. Два ведерка у меня есть. Но обязательно надо купить еще. Там же у них я взяла очень выгодно грунт, ребят. Я в пакете поставлю на стол. Распечатывать не буду, чтобы оно там не сыпалось. Короче, в прошлый раз я у них же покупала грунт, но другой. Короче, я покупала, сейчас покажу какой, он мне понравился. Вот такой у них есть, он по 40 гривен, вот видите цена, 40 гривен, здесь написано 10 литров, вот отметено, для рассады, хороший грунт. У меня, Альма, не трогай Ласу, вот пол пакетика осталось, но этого мне мало. А здесь 20 литров и цена... На секундочку, 64 гривны. Думаю, если бы я те взяла 2 по 40, у меня бы получилось 20 литров, вышло бы 80 гривен. А здесь я экономлю. Я так его попрощупывала, вроде таких каких-то особо крупных фракций там не наблюдается. Вот, и здесь такая интересная, я не знаю, насколько правда, ребята. Так, 64 гривны я сказала. Насколько правда, здесь написано, значит, доброго с формулою NPK має максимально можливе співвідношення елементів живлення, що дозволяє пропорційно розвинути кореневу систему, стебло і листову поверхню, тим самим підготувавши рослину до плодоношення. Призначення для вирощення розсади і так далі. Склад. Суміш високоякісних торфів, пісок, вапняковий матеріал, коренеутворювач, добриво з формулою NPK, я не знаю, що це, і мікроелементи. PH 5,5-6,5. Значить, це Кіровоградська область, Знам'янський район, село Дмитрівка. Ось все. Короче, очень недорогой. 20 литров. Теперь я думаю, что мне хватит. Ну, не хватит, еще возьму. Так.
Но, к сожалению, у них нет емкости для рассады. Она говорит, на кассе они были, их разобрали. Ну и мне, понимаете, в Аврору неудобно идти вот с этим совсем. Думаю, ладно, у меня есть еще пару емкостей. Мне, в принципе, нужен был грунт. Дальше, ребята, я уже в который раз, я там два раза всего в этом кошике покупала, но мой взор упал на пакеты. Пакеты, которые у меня уходят, я там замораживаю там что-то, продукты в морозильник. Это яблочко было на том столе. О, продукты еще. Ну, короче, пакеты нужны. На даче они нужны очень. Вот, в Авроре я беру по 30 с чем-то за 100 штук. А здесь, ребята, цена 34 гривны, но на секундочку, здесь 200 штук. В два раза дешевле, чем в Авроре. Короче, я прям, получается, для себя открыла новый магазин. Вот такие пакетики я взяла. Но это еще не все. Ребята, в Авроре недавно я покупала крышечки по 7 гривен. По 7 штучка? Блин, или по 2, я не помню. Короче, здесь дешевле. Здесь цена. Крышечки обычные, капроновые. Здесь цена, сейчас я вам в чеке скажу, 14 гривен за 10 штук. То есть по гривне 40. Обычные нормальные крышки. Они вот так вот, видно, приходят в каких-то коробках. Они по 10 штук фасуют. Вот так вот в пакетике. Разные цвета. Вот. Толстая. То есть не тоненькая, что-то такое, знаете. Хорошая. Мне попалась одна фиолетовая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть красных. А, 7 красных, 2 зеленых. Ну, короче, вот так. Прикольно. Крышки тоже нужны, потому что, ну, они выходят из строя. У меня уже такие старенькие, где-то пожелтевшие. Их уже нужно аннулировать. Вот, и новые использовать. Летом у меня только так они расходуются для, когда я готовлю квашеные огурцы. Вот, эти крышечки пригождаются. Так, 14 гривен. Дальше. И еще мой взор пал на... Я их называю вешалки, кто-то называет плечики, кто-то называет тремпеля, кто как угодно. Ребята, очень выгодная цена. В Авроре дороже. Здесь набор вешалок, 10 штук, вот он связан вместе. И цена, на секундочку, 43 гривны, то есть по 4,30 за штуку. Это вообще недорого. А у меня не хватает. Я же накупила себе, у меня стоит 3 напольных вешалки у Лены, в спальне за дверью и еще там в одной комнате двойная стоит. И довольно-таки много они выдерживают, и вешалок не хватает. Вот, теперь они у меня есть. Это хорошего качества, ну не супер-супер, конечно, но такой толстый пластик. Вот это вот очень удобно, что вот эта вот штучка крутится тут сверху. Ну, короче, теперь у меня есть вешалки. Дальше, ребят, я зашла, еще взяла хлеб, 22 гривны, я его сейчас переложу в пакетик, вот такой вот хлеб схидно, кавунивский, вот батон такой белый, видите, по дороге взяла. Я у них в последнее время не беру хлеб, последние несколько лет, раньше он был лучше, сейчас как-то не очень нравится, но по дороге просто шла и зашла. Вот, и зашла я в рыбный магазин, смотрю, он еще открыт, думаю, ждут меня. О, я взяла рыбки. Так, что я взяла? Я взяла пряной. Говорю, дайте мне чуть-чуть, бо мне дуже багато соленого нельзя. Она соленая. Тут грамм 300. Это пряного посола килька. Вот. Это морская капуста. Тоже грамм 300. И, ребята, толстолоб. Толстолоб копченый. Бывает у них еще вяленый, но не было. Его быстро разбирают. Цена за килограмм 355 гривен. Этот кусочек мне вышел на 105 гривен. Реберная часть. Вот, ну, сейчас я подсветку включу. Вот так вот выглядит. Короче, копченый. Прикольно, да? Я знаю, что это 105 вышло. Короче, в общем, мне вышло вот это все 149 гривен. Вот так вот. Я скупилась, зато теперь я с ведрами и со всем на свете. И с крышками, и с тремпелями, и хлебушек есть. Ну, короче. А в следующий раз схожу уже, может, сюда, в этот магазин кошек привезут лоточки. Я что-то не спросила. Потом у них куплю. Короче, у них дешевле и крышки дешевле, вешалочки эти дешевле, пакеты дешевле и ведра дешевле. Вообще, классный магазин. Ценная реклама. И не бежите, не разбирайте ведра. Оставьте мне одно. Я хочу завтра сходить еще купить.